Значит, собственно, вопрос, который ставится в этом докладе, он достаточно такой, носящийся в воздухе и, в общем, не совсем новый. Это вопрос о том, как авторы исторических сочинений, ранних исторических сочинений, писавшие уже в христианский период, в христианизированных государствах, бывшие почти всегда представителями духовенства, безусловно, христианами, трактовали языческое прошлое собственного народа. Как они к этому относились? Вопрос совершенно очевидный, вопрос исследовавшийся, в общем. Назову хотя бы вышедшего в 2011 году на английском языке такой сборник, рефлексивную монографию под редакцией Эльдара Гребзанова, посвященный христианской идентичности в ранних памятях истории писания Северной и Восточной Европы. Но, тем не менее, мне хотелось бы заострить этот вопрос применительно к двум наиболее близким мне странам. Это англосаксонская Англия и Древняя Руси. Значит, собственно говоря, ну, теоретически может быть как минимум два варианта поведения вот такого историописателя, который вынужден как-то трактовать языческое прошлое, собственно, уже христианизированной страны. С одной стороны, он может к этому прошлому относиться резко негативно, критиковать его, либо постараться о нем как-то умолчать и обойтись каким-то минимумом необходимой информации, либо, наоборот, он может принять его как свое прошлое, включив рассказы о языческом периоде, основанные, наверное, в этом случае на устной традиции, в собственное повествование и, разумеется, дистанцировавшись от язычества как от религии, как от верования, тем не менее, выступить как носитель исторической традиции в этом языческом прошлом. В принципе, оба варианта вполне возможны, оба варианта вполне естественны вот в такой ситуации историописателя-христианина. И вот значит, как это реализуется в памятниках раннего историописания Древней Руси и Англии. Но что касается Руси, то здесь ответ более прост и более очевиден. Здесь наиболее крупный, лучше всего дошедший до нас памятник раннего историописания, «Повесть временных лет», демонстрирует, безусловно, второй вариант. «Повесть временных лет», составленный в окончательном виде в начале XII века, в Киеве мы, вне всякого сомнения, видим достаточно подробное повествование о князьях-язычниках, предках правящей династии в момент создания этого текста, в которой, конечно, разбросаны некоторые замечания по тексту, где авторы дистанцируются от язычества и показывают ему свое отношение, но в общем и целом это повествование строится не вокруг вопроса о язычестве, а просто как повествование о князьях, об их династиях, об их биографиях, об их походах и так далее. То есть это политическая, династическая история, основанная на, видимо, устной традиции, о чем хорошая работа Елены Александровны Мельниковой, Алексея Сергеевича Щавелева, и которая вот совершенно полностью инкорпорируется в этот текст и является неотъемлемой его частью. Если ставить вопрос о том, что этот текст, написанный вряд ли единовременно, но складывавшийся постепенно и имевший некоторую предысторию, то, в общем, на самом деле, вряд ли в этой картине что-нибудь принципиально изменится, потому что насколько вот история сложения «Повести временных лет» может быть реконструирована, насколько она сейчас понятна, в общем, создается впечатление, что уже начиная с самого раннего повествования об истории Руси, которое, по-видимому, в отличие от «Повести временных лет», не было разделено на годы, а было неким таким менее объемистым, но достаточно все-таки пространным, связанным текстом о первых князьях, вне зависимости от того, каким временем этот текст датировать, датировки
все-таки расходятся от конца 10 века до середины 11-го. И вне зависимости от того, как определять конкретный состав этого текста, докуда он доходил, что в него входило, что в него не входило, в общем, достаточно очевидность. С этим, пожалуй, никто сейчас не будет возражать, что в него уже входили рассказы о первых князьях в язычниках. Соответственно, уже первый русский историк-писатель, кем бы он ни был, когда бы он ни работал, как конкретно не выглядел текст, уже тоже был носителем вот такого отношения к языческой предыстории государства и династии. Правда, вот единственное здесь выбивается гипотеза Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, что этот первый текст представлял собой сказание о первоначальном распространении христианства на Руси, он включал в себя именно христианские эпизоды. Про Ольгу, про Владимира, про варягов-мучеников, а вот все остальное возникло на следующем этапе, было добавлено. Но эта гипотеза как-то вот критиковалась, и сейчас ее никто, пожалуй, не поддерживает. Соответственно, все промежуточные этапы истории этого текста, как бы их ни реконструировать, реконструкции существуют разные, видимо, тоже, в общем, включали в себя какое-то пространное повествование о князьях-язычниках. И, например, тот текст, который мы видим в Новгородской первой летописи младшего извода, который, по мнению Шахматова и части современных ученых, кажется справедливому мнению, отражает несколько более ранний, чем поезд современных лет, этап развития летописного текста, в общем, дают ту же самую картину с частными отличиями от уже классической поезд современных лет 10-х годов 12 века. То есть здесь мы видим, в общем, достаточно однозначный выбор в пользу второго варианта. Этот же вариант, в общем, поддерживается другим, не связанным напрямую с повестью временных лет текстом, а именно словом о законе и благодати митрополита Илариона, где упоминается, что Владимир был внуком старого Игоря, сыном славы старого славного Святослава, держав свои лета владычествующие мужеством же и храбростом, прослужив в странах многих, и победами, и крепости поминаются ныне и славут, и так далее. То есть Иларион, сугубо христианский автор, пишущий о включении Руси, именно о христианизации Руси и о значении христианской Руси, тем не менее, тоже коротко, но подчеркивает, что дохристианские предки Владимира были славными друзьями, а Русь была не последней страной уже в это время. То есть, опять же, он демонстрирует, пускай более коротко, чем поезд временных лет, но демонстрирует такое же отношение к предкам-язычникам. Если на Руси есть какие-то памятники истории писания, которые демонстрируют другой вариант, то это какие-то совершенно небольшие маргинальные тексты, вроде там, некоторых из новгородских перечней, которые перечисляют князей Осепа крещения в княжении Киевском, Осепа крещения в княжении Новгородском, то есть говорят только о князьях уже христианах, не упоминая ни язычников. Но даже хотя, в общем, можно гипотетически датировать эти перечни 12 или даже концом 11 века, но все равно даже вот среди таких кратких перечней есть примеры и другие, например, перечень, который начинает Ипатьевскую летопись, или новгородский перечень Колика княжил, которые включают в себя и князей язычников, но обозначают вот этот момент крещения. Таким образом, на Руси, в общем, преобладает вариант не замалчивания языческого прошлого, а его такого органичного включения в общую династическую историю. Что касается Англии, здесь ситуация существенно менее однозначная, но, как мне кажется, в какой-то степени тоже сопоставимая. В Англии, конечно, важнейшим памятником раннего историописания, собственно, по-видимому, первым пространным текстом, историографическим текстом, созданным в англосаксонском королевстве, является церковная история народа англов Деда Достопочтенного, законченная в 731 году. По всей видимости, текст Деда не имел перед собой каких-то более ранних пространных историографических сочинений, и его текст довольно
прозрачен, в смысле того, на какие источники он опирался, а где он вообще не опирался на письменные источники, а только на устное, на какое-то вот общее распространенное знание. И там, если что-то можно назвать более ранними историографическими текстами, то это только те письма, которые посылались Бэзе его корреспондентами из других англосаксонских королевств и, соответственно, снабжали его историей по истории, данными по истории этих королевств, но также а географические некоторые сочинения чуть более ранние, и источники уже не англосаксонские. Ну и плюс, конечно, устная традиция, которая очень большое значение тоже имела как источник сочинения Бэзе. Как цельный историографический текст, это текст первый, он дошел до нас, в общем, по-видимому, более или менее в первоначальном виде, потому что мы имеем несколько очень ранних списков, нюансы генеалогии которых, конечно, обсуждаются, но, в общем, мы имеем списки уже 8 века, и расхождения между которыми минимальны, и текст, в общем, мы имеем авторский текст Бэзе. А в этом смысле ситуация намного проще, чем в случае с Древней Руси. Значит, что касается вопроса об отношении Бэзе к язычникам, то он был рассмотрен 2 года назад в докладе Натальи Юрьевны Гвоздецкой на чтениях памяти Пашута в Институте всеобщей истории. И Наталья Юрьевна совершенно справедливо пишет о том, что Бэзе как-то вообще тему язычества не очень любит, и он всякий раз как-то от нее переходит на какие-то более позитивные вещи. Скажем, если он говорит о язычестве Рим, если он говорит о римлянах, он особенно не говорит об их язычестве, даже там, где он знает о том, что римские императоры были еще язычниками, для него все равно важнее не их конфессиональная принадлежность, а то, что, как они завоевывали Британию, как Британия включилась в пакс романа, что для Бэзе безусловно позитивно. Это даже не уделяет специального внимания моменту перехода Римской империи к христианству, а больше пишет о всяких борьбе с ересями и так далее. Значит, о язычестве бриттов тоже Бэзе особенно не пишет. Он пишет у них как, уже как о христианах, и как о христианах, показавших свою ненадежность и массу всяких недостатков. Что касается язычества англосаксов, что наиболее в данном контексте интересно, поскольку Бэзе сам англосакс, то эту тему он, в общем, тоже, это я в данном случае повторяю то, что пишет Наталья Юрьевна, совершенно справедливо, потом буду это дополнять. Значит, он эту тему тоже, в общем, не педалирует, а наоборот, тому всегда подчеркивает свою симпатию к англосаксам, и, собственно, язычество англосаксов вот, до рассказов о их христианизации, вот до этого, упоминается 2 раза, и 2 раза в контексте того, что язычники англосаксы были божьим возмездием по отношению к бриттам, которые, и вот о недостатках бриттов он пишет более подробно. И наоборот, там Бэзе пишет о короле Нортумбрии Этельфриде рубежа 6-7 веков не без симпатии, хотя и, значит, упоминает, что он не был знаком с истинной верой. Принято к событиям 7 века христианин Нобрит Кедвала вызывает уже, чем язычник Пенда и так далее. То есть даже вот про самих англов Бэзе как будто, когда начинается рассказ об охрене христианизации, как будто, так сказать, пишет, что народ, в общем, не такой уж был безнадежный и не так уж сложный, что он христианизирует. Вот, значит, вот с этими наблюдениями Наталья Юрьевна, я не могу не согласиться, вот, но хотел бы здесь немножко дополнить разговором о структуре сочинения Бэзе. Дело в том, что сочинение Бэзе довольно интересно именно в плане структуры, вот, чему посвящены главы, как они расположены. Есть исследования, скажем, Хайема, где вот и очень детальное исследование именно этой структуры, тематики глав и так далее, оно позволяет кое-что прояснить в нюансах позиции самого Бэзе относительно тех или иных вопросов. В данном случае, мне кажется, что здесь важно посмотреть именно в структуре сочинения Бэзе, какое место в ней занимает языческий период в истории англосаксов. На первый взгляд он не занимает мне никакого места, потому что там
до начала, до 23 главы первой книги, вот, до того момента, как начинается рассказ о христианизации Кента первого из англосаксонских королевств, которое было христианизировано, в общем, рассказ строится вокруг бриттов, а не англосаксов. И об англосаксах говорится только вот об их прибытии в Англию, об этой знаменитой истории, как они появились в Англии, и дальше немного говорится о войнах между ними и бриттами. И все. Вот. И значит, изящный переход от бриттов к англосаксам осуществляется вот следующими словами, цитирую в переводе Нахмана: к неописуемым преступлениям бриттов, о которых со стыдом пишет их собственная история Гильдас, добавилось еще и то, что они не научили веры народы англов и саксов, жившие в Британии рядом с ними. Но Бог не оставил милостью эти народы, славу которых прозревала в будущем, и послал к ним много лучших вестников истины, дабы принести им веру. И дальше рассказ уже о христианизации. Вот. И все, казалось бы, языческий период здесь пройден. Но есть в дальнейшем, ну, как минимум, три фрагмента, которые показывают, что Беда считал языческую историю англосаксонских королевств языческого периода вполне легитимной тоже, и был в какой-то мере носителем традиции предыдущей политической истории англосаксов. Во-первых, это пассаж, который завершает первую книгу. Собственно, в первой книге вначале речь идет о бриттах, потом о христианизации Кента, а в конце, в последней главке первой книги, Беда пишет, а что же было в Нортумбрии в это время, на севере Англии. И он пишет, что в то время королевством нортумбрийским правил сильнейший и слабнейший король Эдфрид, который теснил бриттов сильнее, чем все прочие правители Англии. Поистине его можно сравнить с Саулом, царем Израиля, с той лишь разницей, что Эдфрид не был знаком с истинной верой. Ни один другой правитель или король не подчинил народу англов больше земель. Эти земли он заселил, изгнав их или подчинив их жителей. Ну и дальше еще, так сказать, некоторые подробности в развитии этой темы и рассказ о войне Эдфрида со скоттами. Ну, то есть здесь Беда пишет, что вот Кент христианизировался, но в это время был славный еще язычник, но славный король Нортумбрии, о котором... Вот необходимо тоже сказать, и сказать вполне с симпатией. И дальше в второй книге Беда вновь возвращается к этому королю, рассказывая о разгроме им войска монахов-бриттов, по мнению Беды, еретиков, то есть совершенно однозначно Беда находится на стороне язычника, который напал на бездорожных монахов и так далее, но тем не менее, вот, это король его королевства. И это видно. Правда, здесь есть такой нюанс, что Этельфрид преследовал и хотел убить будущего короля Нортумбрии Эдвина, который стал, собственно, ее крестителем. И об этом рассказывается еще дальше, в связи с крещением Нортумбрии. И поэтому сравнение с Саулом, оно, как показывает ряд исследователей, оно намекает на то, что Эдвин можно сравнить с Давидом, и, соответственно, это не совсем такое позитивное сравнение. Но тем не менее, все равно на поверхности лежит и, безусловно, является верным такое отношение к этому правителю, как к важной славной фигуре в истории его королевства. Это первый момент. Второй момент – это генеалогии, королевские генеалогии кентские, которые дважды включены в труд Беды, и в одном случае генеалогия от Хенгиста и Хорсы до Водена, а в другом случае от восходящей генеалогии, в другом случае от крестителя Эльберта до Хенгиста. И таким образом выстраивается, опять же, генеалогия языческих королей, восходящая вообще к Водену, который и дальше в большинстве англосаксонских генеалогий фигурирует как в качестве первопредка королевских династий. Третье – это список королей, Беда приводит список королей, обладавших в раннее время верховной властью над королевствами к югу от реки Хамдар. И из них там двое были язычниками, третий крестился, это Эльберта, четвертый крестился, ну а потом отправлял оба культа Редвальд, потом христиане. То есть это такой некий единый список, который Беда считает нужным поместить без всякого разделения на... в рамках этого списка без всякого разделения на язычников и христиан.
Вот. Ну и, наконец, четвертое, можно к этому добавить, что в конце церковная история бы поместил такие краткие аналы, хронологический перечень основных событий всемирной истории. И там тоже некоторые события языческие, хотя не очень многочисленные, включены. Ну, опять же, без всяких слов язычества, но это политическая история более раннего времени, в том числе начало правления Иды, от которого берет древесский род Нортумбрии под 547 годом, которого даже нету в основном тексте церковной истории. Вот таким образом, у Беда, конечно, труд Беда, конечно, церковная история народа англов, там нету места для систематического рассказа о политической истории дохристианского периода, а политической истории христианского периода там говорится достаточно систематически, но всегда в связи с перипетиями церковной истории. Вот, это все понятно, но тем не менее, вот этими несколькими фрагментами, по-моему, довольно определенно показывается, что Беда являлся, в общем, таким же носителем традиции о династической истории Нортумбрии, а отчасти, как мы видим, Кента тоже, и Англии в целом, как и древнерусские истории писателя. Вот. Что касается других англосаксонских памятников истории писания, более поздних, чем сочинения Беда, то здесь, в общем, тоже в некоторых случаях можно увидеть вот такую традицию, которая не разделяет языческую предысторию и христианскую историю. Собственно, она видна в англосаксонской хронике, сформировавшейся как дошедшим до нас виде в конце IX века в Уэссексе, возможные, сформировавшись тоже постепенно, но это вопрос чрезвычайно темный, но в ней период середины шестого, середины пятого, шестого века и, в общем, до христианизации, которая в разных королевствах была в разное время, значит, на протяжении конца шестого, первого, седьмого века, там помещено достаточно много событий, связанных именно с династической историей, с военной историей, правлением тех или иных королей, победы над бритами и так далее. И тем язычество там никак специально не педалируется, но в этот период совершенно очевидно освещен. Другой вопрос, каковы источники этих сведений, там существуют разные гипотезы, от очень ранних каких-то аналитических записей до, наоборот, таких ученых реконструкций, вот, топонимов, этимологизации топонимов и так далее. Вот. И, с другой стороны, это вся традиция связана с генеалогиями, от которых англосаксонских генеалогий достаточно много записей. Если не считать записи у Беды, то древнейший является комплекс генеалогий англосаксонских королевских династий в рукописи начала IX века, Cotton Vespasian B6, в которых тоже, в общем, они почти все восходят к Годену, и включают в себя вот эту дохристианскую часть. И эти же генеалогии или родственные им представлены в ряде подобных же коллекций более позднего времени. Некоторые генеалогии включены в англосаксонскую хронику, некоторые отразились в истории бриттов латинском валийском сочинении, некоторые в более поздних английских хрониках. Но, в общем, вся эта традиция тоже отражает вот такое неразделение политической истории. Поэтому общий вывод здесь, наверное, будет состоять в том, что англосаксонская ранняя история писания, хотя она представлена довольно большим количеством дошедших до нас памятников, многообразна, оно не дает вот такой, как в случае с Древней Руси, очевидной совершенно очевидного помещения язычества прошлого в ту же повествовательную линию, что и последующая христианская история. Но, тем не менее, оно дает совершенно явное свидетельство того, что на уровне устной традиции, на уровне представлений элиты о династической истории такое отношение существовало, и оно не было чуждо и тем монахам или тем представителям духовенства, кто создавал конкретные памятники истории писания, таким как Беда, таким как создатель рукописи Коттон B6 и так далее, составитель англосаксонской хроники и так далее.
Вот. И последнее, что я хочу сказать, я не буду, естественно, повторять доклад, который я делал на тех же упомянутых чтениях памяти Пашута 2 года назад, но очень интересная параллель, я просто упомяну, сошлюсь на тот свой доклад, что очень интересные параллели, по-моему, могут быть найдены не только, даже не столько в описании языческого прошлого, сколько в описании христианизации. И если мы посмотрим на описание крещения Руси в повести временных лет и на описание крещения в Нортумбрии королем Эдвином в церковной истории англов, народа англов, то мы увидим, при том, что, в общем, рассказы довольно разные, никакой непосредственной связи между ними, конечно, нету, мы увидим целый ряд похожих мотивов, целый ряд похожих эпизодов, некоторые структурные параллели этих рассказов, которые, по-моему, не объясняются какими-то общими источниками, библейские или какие-то еще, а именно вот являются такими типологическими параллелями вот того, как ранняя традиция передавала вот эпизоды христианизации своего короля или своего королевства. Спасибо. Спасибо тебе. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста, Анна Сидоровна. Спасибо большое за очень интересный доклад, конечно, тема очень важная. У меня один вопрос более общий, более конкретный. Вот общий вопрос. Скажите, вот в ваших источниках, может быть, за пределами ведомости почти, в династических историях, в рассказах о Троянской династии, есть ли какие-то ссылки на миф о троянском происхождении династии? И как к ним относятся, и как связаны с язычеством и принадлежностью? А второй, вы говорили о том, что англосаксонское завоевание рассматривалось как наказание за грехи, а что же касается нормандского завоевания, оно не рассматривалось как бич Божий? Спасибо большое. Это немножко за пределами сюжета доклада. Но что касается второго вопроса, там огромная литература, очень много источников, которые так или иначе трактуют нормандское завоевание. По-моему, там такое тоже где-то есть. Вот. Набеги викингов, то само собой. Об этом даже говорить нечего. Тут нормандское завоевание рассматривалось как возвращение престола тому, кому он принадлежит по праву, а именно верховному завоевателю. Последующий в англо-нормандских... Ну, это в англо-нормандской литературе, что есть. Наказание рассматривается нормандское звание как наказание за убийство Альфреда, брата Эдуарда Исповедника. Вот это очень частый такой мотив. Простите, Саша, что я ответил. Спасибо. Вот, но это вот, да, и это есть, и если мы посмотрим, там, скажем, на рукопись Диана Саксонской хроники, то там будет, так сказать, не совсем эксплицитно, но, в общем, наверное, да, вот такое отношение к нормандскому завоеванию, а что касается более ранних скандинавских завоеваний, то тут это совершенно эксплицитно и очень ярко, да. Вот. Что касается троянского происхождения, то кажется, в таких ранних источниках этого нет. Ни в английских, ни в русских точно нет. Это древнерусских, по-моему, тоже. Древнерусских, да. Вообще нету. Это что-то более позднее. Другой вопрос. В Скандинавии уже проникает троянская легенда. В Хронике нет нормандского завоевания, и битва при Гастингсе почти не упоминается, даже в Петербургской летописи. Нет, то почему? Они не хотят, почему там есть? Ну, там никаких оценочных не дается, если только не считать оценкой поэму о Вильгельме Завоевателе, который изображается, в отличие от всех прочих монархов, в очень негативных тонах. Хроника как раз не оценочна. Она как раз, я не могу себе представить, что в Хронике было написано, что это наказание за грехи. В рукописи в Зи там такой вот мрачный какой-то тон, что вот продолжается вот так называемая устерская, да, хотя, по-моему, она не устерская, но в рукописи Зи, да, там немножко есть такой вот, не совсем эксплицитно, но вот такое мрачное нагнетание, что вот такое же это будет, не помню сейчас на память цитаты, но вот там это есть в какой-то мере. Так, пожалуйста, вопросы еще. Можно я тоже задать? Да, конечно. Вопрос? Вот это даже вопрос и как бы вот такое сомнение.
Вот вы очень интересно рассказывали о том, что Беда, ну, как будто бы не выразил отрицательного отношения к правителю на тундре Этельфриду. И даже когда он вот как-то неподобающим образом по отношению к монахам, он тоже вот как будто бы симпатию проявил по отношению к нему, а не к монахам. И вам показалось это странностью. А я подумала, не может ли это быть связано с двумя волнами христианизации Англии? Дело в том, что в Нортумбрии, вообще на севере Англии, разумеется, более важная была вот эта вот старая кельтская церковь, да, которой Беда, как все-таки последователь, ну вот Римский, той миссии, которая была прислана папой Григорием Великим и вот блаженным святителем Августином, безусловно, как бы, ну, он просто к ней испытывал, должен был испытывать враждебные какие-то отношения. И напротив, когда он говорит о Этельберте, то есть вот о кентском короле, который принял крещение благодаря, мол, своей жене, да, Берти, и опять-таки вот благодаря прибытию вот этой вот миссии, которая прибыла из Рима, разумеется, он, конечно, его поддерживает. То есть нет ли здесь вот просто вот, ну, как бы, такого антипатии к другой церкви, потому что отношения были очень враждебными, как мы знаем, вот в течение долгого времени, и как бы тоже примирились значительно позднее. И еще второй у меня был вопрос. Да, вот про хронику я хотела сказать. Вот когда мы говорим о ранних вот этапах англосаксонской истории, как она отражена в хронике, я ведь вот уверена абсолютно, что до, по крайней мере, ну, вот 8 века, то есть, ну, просто вот существует такая гипотеза, что король Альфред, да, разослал одинаковое начало хроники в разные монастыри. Поэтому все события до определенного периода во всех 6 рукописях хроники, но я не говорю о фрагментах, я говорю об основных рукописях, значит, вот Уинчестерской, Баркерской, Абингдонской первой, Абингдонской вторая, Вустерской и Петербургской изображаются одинаково. То есть вот он здесь... Что? Да. Простите? Комменсток. Да, комменсток. Здесь как бы тут, ну, просто даже разногласий быть не может. И в вопросе о христианизации тоже. И они основываются на Беде, кстати говоря. Да, вот, как общеизвестно. Спасибо огромное. Я второй вопрос, честно говоря, не очень понял, потому что да, 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 безусловно, безусловно, в основе всех дошедших данных рукописей англосаксонской хроники лежит единый архетип, созданный в эпоху Альфреда Великого. И я, собственно, вот о нем и говорил, не пытаясь сказать каких-то разногласий между рукописями. Я только упомянул о том, что есть некоторые гипотезы относительно того, что этот архетип мог складываться тоже не единомоментно, иметь более ранние какие-то этапы сложения, или опираться на более ранние источники, а может не опираться. Вопрос здесь достаточно, по-моему, темен, потому что текст сравнительно краткий, и в нем сложно зацепиться за какие-то там внутренние границы и так далее. Поэтому я говорил о нем как о едином тексте конца IX века, вот, действительно созданном в эпоху Альфреда. А что касается первого вопроса по поводу отношений Беды к кельтскому христианству, то здесь очень нюансированная вещь, потому что Беда совершенно однозначно терпеть не может бритов, то есть кельтов Британии. Вот, он всячески ругает их в своей церковной истории, и вот это один из самых ярких примеров, когда Беда как-то так с улыбкой говорит о том, что вот эти монахи-еретики собрались на молитву, как бы им победить нортумбрийского короля, а ему кто-то подсказал, что они же молятся, значит, они этим способом борются с своим Богом, значит, они этим способом воюют, поэтому в данный момент на них можно напасть. И Беда как-то вот относится к этому сочувственно. Но в то же время, насколько я понимаю, и об этом есть специальное исследование, Беда совершенно не так относился к ирландскому христианству. И хотя он был сторонником римского празднования Пасхи и так далее, но он, тем не менее, достаточно тепло относился к ирландским подвижникам и всячески подчеркивает, что вот они заблуждались вот в этом, вот в этом, вот в этом, но их роль большая. Очень ценил короля Освальда, который вот был связан с Ионой и с ирландским христианством. Поэтому тут какой-то вот очень, текст очень нюансированный, и вот как раз детали вот его, может быть, даже как-то в разных частях сочинения даже немножко по-разному трактуются в разном контексте.
Но здесь речь идет именно об элитах, вот, и он их, к ним он относился очень плохо. Так, пожалуйста, еще вопросы? Если вопросов нет, у меня есть. Наконец, Тимофей Валентинович, а я вот, слушая доклад, пыталась вспомнить, а есть ли случаи более негативного отношения к языческому прошлому, нежели в «Повести временных лет»? В «Повести временных лет», при том, что идет рассказ о этих самых князьях, во всех удобных и не всегда совсем удобных случаях, летописец добавляет: Олег был вещи, да, потому что они вот невегласы, они не знают ничего, не знают истинной веры, и раздражаются длиннющим пассажем, обличающим язычество. Затем, значит, идет следующее повествование, а вот, значит, там поклонялись Перуну, и дальше следует пассаж. Но вот я не смогла вспомнить среди памятников раннего европейского историописания, скажем, Григорий Турский, Фредегар, ну, Англия, понятно, Скандинавия, хроники чешские, Галанонимы и так далее, чтобы было более ярко выражено, что, во-первых, чтобы было просто негативное отношение, и вот язычество подряд порицалось. Или же, чтобы было даже такое отношение, как у древнерусского летописца. Потому что замолчать прошлое вообще языческое невозможно, нету истории тогда. Тогда теряется колоссальный пласт происхождения династии, все эти легенды о регенте. Ну, не совсем. Не совсем. Олег Агентис он выдал, тем не менее, с призванием в артиллерном Хэвиста и Хорса, так что все это на месте. Дальнейшая история рассказана очень кратко, но это другой вопрос, без нее все равно обойтись нельзя. Значит, вот, соответственно, вот как все-таки расценивать вот эти все антиязыческие пассажи древнерусского летописца, и есть ли, не знаете ли вы или кто-то из присутствующих, какие-то параллели вот такому резкому и эксплицитному выражению негативного отношения к язычеству? Потому что в скандинавских источниках оно просто инкорпорировано. Вот. Есть еще один вариант отношения к язычникам. Язычники – праведный язычник. Язычник как бы еще не христианин, но на пути туда. Благородный язычник по определению Ласса Лёнгвита. То есть есть еще и такой вариант. Ну, это тот язычник, который не язычник. Ну, материально. Он язычник. Он язычник, потому что тогда не был христианин. Вот именно. Но а вообще нет. Душой-то он христианин. Нет, он уже разочаровался в язычестве, оно ему уже не интересно. Но еще нет. И он не выполняет, и главное, не что он не выполняет обрядность. Он не жертвует, он не выполняет богам, а всячески подчеркивает, что он сам по себе. Да, да, вот еще такой образ. Так что он не язычник уже, такой... Это образ подстроен под христианство. Да, конечно, это уже с христианской точки зрения, конечно, конечно. То есть еще один вариант отношения. Что тогда тоже были хорошие люди. Да, бывали, бывали. И апостол Андрей ходил по Руси и провозглашал, как будет хорошо в христианскую эпоху. Это как-то советской власти было, когда надо было объяснить, что в 19 веке тоже были хорошие. Да, конечно, были. Хотя они не были коммунисты. Да вот, Тимофей Валентинович, какие-то еще варианты? Не знаю, чтобы в точности сопоставить именно с отношением к «Повести временных лет», не знаю, не готов. Вот, а ну, вообще, мне кажется, что это как посмотреть, с какой стороны, потому что древнерусский летопись, с одной стороны, да, постоянно это язычество обличает и регулярно подчеркивает, что были язычники, поэтому то-то и то-то. Но в то же время
явно является носителем этой традиции, он считает нужным очень, очень подробно ее изложить. Ну, правильно. А куда ему деваться? Ему штаты, что ли, изложить? У него другого материала нет? Почему? Он мог бы ее не писать, он мог бы ее изложить очень кратко, он мог бы поместить ее как-то вот как у Беда в качестве такой небольшой вставной новеллы, а дальше перейти сразу к крещению. Бесчитываться, да, акции, ребята, да, потерять. Да, да. Это ужасно. Но для него, оказывается, и даже для Илариона, очень важно, что славный Святослав, славный Олег, славный Игорь, походу на Царьград, собирание племен и так далее, вот все это. Конечно. Вот. Но в то же время он должен своего проявлять постоянно дистанцироваться, потому что не может же он не упомянуть, что это язычники, и не покритиковать их. Потому что, может быть, это еще даже актуальный вопрос его времени. Конечно. Вот. Чрезвычайно актуальный. Вот я как-то так это себе представляю. Мне кажется, что это одно другому не противоречит, а даже наоборот это оттеняет. Вот. Но, вообще, может быть, я не прав. Вообще, Бэда тоже пишет достаточно экспрессивно. Вот когда он говорит о том, как ангелы и саксы убивали священников, разрушали алтари, разрушали храмы, и вот когда это послано в наказание за грехи, у него такой достаточно яркий вот рассказ все-таки, да, вот. Ну, да. То есть, ну, это тоже очень сложное такое отношение. Вот еще какие-то, да, пожалуйста, Алексей. В связи с тем, что только что говорилось, ведь, может быть, здесь как раз существенно то, что говорил Тимофей о постепенности складывания этого текста, поскольку действительно, вот вы сейчас сказали, Елена Александровна, что кажется, что такое бичевание начального летописца, что-то из ряда вот вон выходящее, да, не имеющее прямых параллелей. Но ведь это, по-видимому, и в этом более сейчас соглашаются большинство, кто, так сказать, в этом направлении работает, потому что это более поздний слой, а тот, кто, кем, собственно, писал эта языческая история, к ней значительно более нейтрально. Сам еще язычник. Как специально не оценивал, собственно, языческого компонента этой истории. Если он сам не был еще язычником. Потому что если это начало 11 века, то такое тоже. Но хотя бы, конечно, все-таки мы нас Да, может, это жрец ворона писал. Так, пожалуйста, еще. Спасибо большое, Тимофей Валентинович. Так, доклад Федора Борисовича.